Всем привет! Сегодня готовлю помидоры со снегом. Очень простой рецепт, проще не придумаешь, а результат просто потрясает своим вкусом. Помидоры разлетаются в один миг. Помидоры моем, сушим. Берем стерилизованные банки. Банки я стерилизую в микроволновой печи. Каждую помидорку прокалываем у подоножки деревянной шпажкой, чтобы не лопнули в банке. Наполняем банки помидорами. Заливаем банки кипятком, прикрываем стерилизованными крышками и оставляем на 15-20 минут. За это время приготовим рассол. В кастрюлю наливаем 1,5 литра воды. Добавляем 1,5 столовой ложки соли, 100 грамм сахара. Ставим на огонь. Доводим до кипения. Чеснок очистим и пропустим через чеснокодавку. Примерно на одну банку 1 литр 3-4 зубчика. Воду сливаем с банок. Кладем чеснок по 1 чайной ложке неполной. Я, конечно, люблю чеснок и поэтому кладу побольше, по полной чайной ложке. Заливаем рассолом. По желанию можно добавить по половине чайной ложки 9% уксуса. Это не обязательно, они и без уксуса хорошо стоят. Закатываем крышками, переворачиваем, укутываем до полного остывания. Чеснок в банке создает эффект снега. Помидоры очень вкусные и очень вкусный рассол. Пьют все. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!